Меня заебала эта 40-фпсная хуйня. А у нас Фредди тем временем. Прогонит, слава богу. Все просто провисло на секунду, ну ладно. Там, по-моему, вараны улетели, или мне показалось, или это был дым от бочки. Ну, в любом случае, неплохо мы починили уже половину геника, а руина у него нет, и геник откатываться не будет. Возможно, мы даже заведем сразу. Кто-то зафейлил скилл-чек. И таймер у него пошел сначала. Это минус один. А, блядь. Ну-ну. Каким-то образом ты видишь меня. Нет доски там, где она должна быть. Охуенная игра. Ну, просто меня почему-то бросил. Я не буду этот ген заводить. Тотем можно очистить. А, подожди, и тут тоже нет доски, да? Охуенная игра. Если у него нет фейк-досок, и никто здесь ничего не скидывал, это... Я не верю, что, блядь, три лупа подряд идут без досок. Тут, скорее всего, у него, скорее всего, просто фейк-доски, и все. Не буду, пожалуй, в этот раз хаять игру. А, у Фредди, по-моему, кстати, сейчас баг в том, что доски же тоже модели изменили, а сейчас фейк-доски, по-моему, выглядят по-старому. Только мне бы еще вспомнить, как выглядят старые доски. А теперь этот зеленый ключ тебя еще больше делает объектом одержимости, в плане, что убийца тебя хочет поймать, потому что видите, что у тебя ссаный ключ. А это ссаный зеленый ключ. Уж сделали бы ему какой-нибудь цвет такой, я не знаю. Окей. Починим майни. Кстати, еще никто не упал. Тем временем готово два гена. Неужели хорошая команда попалась? Сюда идет. Первое падение. Тут я спрятаться никак не смогу, надо просто заводить. Кто-то ко мне, по-моему, бежит, да? У него барбекю есть. Наиспалишься, чел, бля, логика, конечно, у тебя интересная. Ага, это тоже пасет. Так, он сейчас, наверное, пойдет сюда, потому что он такой... О, блядь, я вижу. Вот он, по-моему, кстати, откатил чертиком. Да, чертиком откатил. Блядь, ебать твой рот. Нахер ты его сюда ведешь, блядь? Продолжаем заводить. Так, если что, там доска не сломана, и мы, если что, туда можем перетянуться, там побегать. Плюс там есть хорошая доска. Привет, Шерил. Да, еще стоит не забывать про то, что у меня есть желтые инструменты, которыми можно что-то дочинить. Я не успею. Хотя... Отлично. Ну, он, наверное, пригорел, да? Ага, досок точка нет. Блять. Обоссан. Хуя ты? Шо? Бля, это все видели? Как Фредди из обоссанного стал матросом, блять. Ебать, я разошелся. Пиздец, я дикий. Волк. Тун-тун. Все, он сгорел нахуй. Это официально, у него там уже был Last 3, по-моему, нахуй хуярит. А, в смысле досок нет? Блять, понял, ладно, он от меня отъебался. Бля, ебать. А что это такое? Это типа.
Не, у меня должен был пробить. Ну ладно. Ну как так можно не повыебываться, когда тебя ман не пробивает? Надо, блядь, как сырой, который против меня играет, и тут, блядь. Не, ну я ему просто пальчиком показал. На жопу у него сгорело, тем не менее, так же сильно. Мы тем временем, блядь, дочиниваем последний генератор. Тебя жизнь ничему не учит, да, додик? Блять, ты такой конченый, кстати, на самом-то деле. Что он делся? Да, новый террор, конечно, максимально убогий. Это не новый террор, это богатый террор. Он увидел меня. Да, зря, кстати, я расхваливал суров, что они, ебать, такие хорошие, классно заводят. Они просто все доски понапродавали, нахуй. Я считаю, ни одну доску, да, не скинул в погоне и хит не получил. Но тут я не хвалюсь, просто мне повезло. Привет. Классный террор. А, у него гибель Франклина, что ли? Быстрый, кстати. Пиздец быстрый. Пум-пум. Ага, там ворота почти открыли. Сейчас он ёбнет наедом этого чела. Ну он реально быстрый, что это они на нет хотите сказать? Бля, я его не вижу. Пиздец, теперь увидел, поздно. Ой, блядь. Да какой. Так ладно, он, по-моему. Ну, по-моему, похуй, можем пойти открывать те ворота. Вторые же здесь. Да. Только вот сейчас этот чел, скорее всего, получает хит и бежит сюда. А, окей, нормально. Эти ворота здесь. Ну, в смысле, они готовы. А за тебя хит ловить не могу, сорян. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Бедный Фредди. Не повезло ему. Это, наверное, ранг где-то 10, 11, может 12. Ну или у него такая же проблема с FPS-ом, как у меня. И ему тяжело играть. А, это, наверное, консольщик просто. Это типа танатофобия только для сурвов. Еще скорость лечения, снятие скака за каждого раненого повышенного. Кроме умирающего выжившего. А в чем проблема взять ботанику ту же? Ну или will make it. Нахуя тебе скорость снятия скака? Ты берешь will make it, у тебя лечение 8 секунд составляет. Ты, блять, такую хуйню выпускай. Подожди, а почему? А, он по очкам его обогнал, что-то засмотрелся на иконку в этом часы. У тебя ты просто берешь. Этот, мы справимся, у тебя в течение 90 секунд, стопроцентный буст к скорости лечения, соответственно, составляет всего 8 секунд хила. Плюс ты можешь там еще аптечку использовать, как тебе угодно. Короче, херня какая-то. Сурвов хуйню выпускают. Вроде был разлад, барбекю, но это было и так понятно. Выбор за тобой, чертик из табакерки. Понятно.